Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, начинаю новый влог, и, девочки, хочу извиниться за то, что я все-таки пропадаю, мне действительно, так получилось, что навалилось на меня куча дел, которые нужно было решать в первую очередь, но надеюсь, что я снова в строю, я это вам уже обещала, извините, я лохматый, вот, и посадила огород будет в следующем влоге, уже покажу. А сегодня я хочу вам показать все заказы, которые я... Нет, еще что-то мне должно прийти. В общем, я потихонечку заказываю на Озон, на Вайлдберрис, сравниваю цены и заказываю там, где дешевле. Советую вам тоже так делать. Вот, покажу тут кое-что по вашим советам я заказывала. Вот, ну и так, сегодня будет немного обо всем. У нас... В Питере наконец-то хорошая погода. Сегодня температура воздуха у нас будет аж до плюс 22. Вот, и мы тут несколько дней уже, когда хорошая погода, с мальчишками ходим на пляж. Там я валяюсь, загораю, хотя не сильно загорела, вот, но все же. И читаю всякие книги и тому подобное, вот, а мальчишки там у меня играются, на солнышке вообще... Очень-очень классно. Так, давайте к заказам. Все ссылочки я вам оставлю под этим видео. Все как обычно. Но постараюсь все, да, если что-то не пропало. Так, первое, самое главное, к тому, что мы ходим на пляж. Девочки, я заказала морскую воду. И это не просто морская вода, а магия Черного моря. То есть это морская вода Черного моря, очищенная. Опа! Вот такую вот огромную бутыль. На самом деле, почитала отзывы, и ее хорошо использовать, во-первых, в качестве спрея для увлажнения кожи. Это очищенная морская вода, и здесь, кстати, вода Черного моря. Здесь даже на карте, видите, нарисовано, где ее добывают. Вот. Ее, очищают, да, и здесь только такая, получается, очищенная, полезная морская вода. Даже где-то я видела, указывают минерализацию 17,6, 18,3. Ну, в общем, короче, самое полезное. Это не разбавленная морская вода, а именно морская вода, только очищенная. В общем, крутая штука. Вот я как раз вчера получила. Сегодня хочу взять с собой. Единственное, что я читала, что, естественно, не стоит прямо на солнечных... прямые солнечные лучи распылять на кожу. И, то есть, вот такая вот бутылка большая. И здесь вот я уже вскрыла, посмотрела на пункте выдачи, да. Это я заказала с Озон. Вот, у меня здесь заказы и с Вайлдберрис, и с Озон. Все вам покажу. Значит, здесь вот такой вот, то есть, ее можно использовать в качестве... как обычно, да, морскую воду используют для носа, промывания, да, если вам это необходимо. Также можно использовать ванночки. Я еще хочу в качестве спрея, то есть я пойду на пляж и буду, море приехало ко мне, девочки. Вот, значит, вот такой вот идет спрейчик здесь. Здесь тоже водичка уже налита, то есть можно заказать просто маленький спрейчик и отдельно вот эти вот бутылки здесь откручиваются, можно наполнять. Здесь, инструкция есть, и сейчас я вам покажу. И здесь еще вот такая вот насадка, это как раз для носа или рта, если нужно. И здесь, соответственно, вот такая вот... здесь не откручивается. Нет, не откручивается. В общем, если нужно, можно поменять. И здесь просто спрей идет такой вот морской воды. Вот, то есть можно... На самом деле очень приятно. Но оно ничем не пахнет. Морем не пахнет. Вот. Но вот такая вот морская водичка. Я ее еще купила, потому что я хочу наливать ее в ирригатор. Здесь, видите, для зубов. Регулярно используйте воду Черного моря в качестве ополаскивателя для зубов. Содержит целебные морские минералы. В общем, для зубной эмали очень полезно. Я хочу ее наливать в ирригатор и использовать. Читала отзывы хорошие, что именно морская вода очень полезна для зубов. Ну и также в качестве вот такого маленького спрейчика буду брать с собой на пляж для увлажнения. Тем более у меня, когда я нахожусь на солнце, у меня очень пересыхает кожа, особенно лица, и вот это вот будет супер. Так что вот такую вот чистенькую морскую водичку. Море приехало ко мне, девочки. У меня есть море.
Супер. Вот такую вот ссылочку, конечно же, вам оставлю. Вот, ну, то есть можно купить вот такой маленький спрейчик для промывания носа, например, использовать, да. Это уже осенью будет актуально, а сейчас просто носить с собой как раз маленький. Здесь 100 мл, а здесь, соответственно, у нас... Здесь 1,5 литра, и здесь как раз вот сзади написано, что можно использовать как ванночки для детей. Это, кстати, очень полезно деткам, да. Можно использовать для ополаскивания волос, зубов и ванночки для рук и ногтей. То есть, если вы делаете такой классический маникюр, то можно как раз использовать для ножек в том числе. В общем, очень полезная вещица. Девочки, всем советую. Вот. Я, правда, только вчера получила, сейчас буду пользоваться. Но в любом случае, всем советую. Так. Также Сазон. Я по рекомендации одной моей зрительницы, она мне писала, я решила заказать несколько позиций. Так, это я заказывала, по-моему, на Озоне, да, тоже на Озоне. На Озоне было подешевле, поэтому я заказала вот такие капсулы. Вот так называется марка. Она очень мне советовала вообще всю продукцию этой марки. И здесь капсулы для стирки. Но они вот такие маленькие. Они получаются в два раза меньше. Здесь 52 штуки, 52 капсулы, но они в два раза меньше, чем обычные капсулы для стирки. Мне на самом деле вот эта история очень понравилась, потому что вот мы, например, приходим там с прогулки, и мне нужно, например, постирать свой костюм или пару футболок, там свои детские, и шорты там светленькие, и, ну, то есть совсем немного вещей, бросила одну капсулу. То есть одна капсула – это наполовину загрузки барабана. Две капсулы – это если целый барабан у вас, да, то вы тогда добавляете две капсулы. Очень приятный аромат, ненавязчивый, просто такая свежесть белья получается и хорошо отстирывает. Но сложные пятна, да, такие застарелые пятна, конечно, нужно застирывать заранее. Вот, а здесь вот освежить одежду, какие-то легкие пятна удалить. Мне очень понравилось вот это средство. Я еще потом хочу заказать кондиционер и снова повторю эти капсулы. И там еще есть концентрированные порошки, средства для мытья посуды. И вот зрительница, которая мне писала про вот эти средства, она мне также советовала маски для волос. И вот тоже от этой же марки. И что-то еще. Вот. И она мне еще посоветовала вот такое мыло. Как раз-таки для того, чтобы застирывать какие-то сложные пятна. Тоже я заказала на Озон. Слушайте, а вот это я не помню, где заказала. По-моему, на Озон. Но я оставлю вам на Озон, да. А вы уже там посмотрите. Вдруг на Вальберес тоже есть. И вдруг на Вальберес подешевле. Вот. Вот такое мыло. Я его тоже недавно получила. Еще пока не пробовала. Это мыло для стирки с кокосовым маслом отбеливающее. Это как раз вот то, чтобы застирывать пятна. Или вот сейчас очень актуально светлые носочки, да. Ну, по крайней мере, у меня это очень актуально. Вот. Для того, чтобы быстренько застирать и бросить также с капсулой и состернуть. Вот еще не пробовала вот это мыло, но обязательно попробую. В особенности я люблю такие вещи пробовать на кухонных полотенцах. Вот, так что спасибо огромное. Я читаю все ваши советы и с удовольствием заказываю по вашим рекомендациям какие-то средства для стирки. Тоже, если вы знаете что-то еще хорошее, обязательно напишите. Но вот это вот капсула я советую. Я еще хочу попробовать средства для мытья посуды. Там мне в больших канистрах они есть. Но я подумала, что можно и полы этим средством помыть, да, если что. Но если большую канистру заказывать, там, по-моему, 5 литров или что-то в этом духе, то, в общем, класс. Тоже ссылочки оставлю. Наверное, на Озон оставлю. По-моему, на Озоне я заказывала, честно, не помню. Дальше. Это тоже со вчерашнего. Я заказала... Это, правда, у меня на Вальберес. Да, вроде бы на Вальберес. Я уже забыла, девочки. Я заказала вот такие тоже по рекомендации одной моей зрительницы. Я заказала вот такие средства, которые можно использовать для уборки, для стирки, для также застирывания каких-то вещей и так далее. Это очень бюджетное средство, но девушка, которая мне про них писала, она сказала, что они вообще бомба. Так, сейчас я открою, покажу. Это на Вальберес. Здесь получается набор из двух штук. Мне обошелся в 200 с чем-то рублей. То есть это дешевле, чем покупать одну штуку. Но так как я доверяю своим зрителям, я на самом деле решила сразу взять две упаковки. В любом случае я постоянно что-то мою, чищу и так далее. Вот. Называется паста для стирки. Тут видите, она у меня склеена скотчем. Вот. В общем, вот этот набор стоил дешевле, чем если покупать одну штучку.
Вот такая паста для стирки Пальмира, Южная Волгоградская. Вот такая вот Пальмира. Я надеюсь, что я ту заказала, да? Ну, там других и не было больше. Вот, сейчас давайте откроем вместе с вами. Вот, видите, здесь стирает и чистит. Замачивание и стирка изделий из хлопчатобумажных льняных смешанных тканей вручную для стиральных машин активаторного какого-то типа. Уход за домашним хозяйством, включая мытье влагостойких поверхностей, не предназначено для мытья посуды. Состав, в общем, тут способ применения на 10 литров. Значит, ручная стирка 50 грамм, сильные загрязнения. Ну, в общем, тут куча всего написано. Вот. Зрительница моя мне писала о том, что она... О-ко-ко. Вот так вот она выглядит. Пахнет мылом. Обычным мылом, кстати, пахнет. Вот. Что, в общем, она разводит его с водой и стирает, а также для уборки, в общем, для всего-всего-всего. Вот такая вот... Ой, что-то на меня капает. Вот, в общем, вот такое вот средство. Мне тоже пригодится, конечно же, все застирывать, отстирывать. Это все прям для меня. В общем, вот такие вот две штуки попробую. Потом, девочки, тоже вам расскажу. Также я заказала вот такую вот москитную сеточку. В прошлом году у меня было кошмар, какое количество мух. Это было просто нечто. Я вообще дихлофосом даже обрабатывала дом, потому что это было просто невозможно. Вот, в этом году я решила так конкретно подойти. Значит, заказала вот такую сетку. У меня не на всех окнах есть вот эти вот съемные москитные сетки. Поэтому есть такие маленькие окошки у меня, которые открываются вдоль лестницы. Я их постоянно открываю, особенно когда жарко. И, в общем, для этих целей я заказала две штуки. Значит, вот такая москитная сетка, она типа на липучке. Ну, типа на липучке. Вот такая. Тоже ссылочку оставлю, кому будет интересно. Здесь вот такая вот, она как игольчатая такая. Видите, как типа липучки. Вот такая вот штука идет. И сама сетка. Вот такая вот она. Ну, не скажу, что прям супер мелкая. Мошки, может быть, совсем маленькие пролезут, но комары точно нет, и мухи точно не пролезут. В общем, муж у меня должен все это дело мне повесить. Красота такая, да. Вот. Так, и еще у меня были заказы, я тоже снимала в предыдущие дни. Тоже вам сейчас покажу, такие небольшие, и что-то мне еще должно прийти, в общем... Потихонечку, по чуть-чуть я тут всякое заказываю, получаю, потом снова заказываю. Ну, короче, подсела, как и многие, наверное, из вас, всякую вот такую вот полезную ерунду. Ну, как, я не скажу, что это ерунда, это все полезные вещицы, вот это все, морская водичка тоже. Морская водичка вообще крутая тема, я вообще не знала, что такие вещи можно приобрести, прям 1,5 литра. Мне, наверное, на все лето хватит, но в любом случае не хватит, я закажу еще, потому что достаточно бюджетная. Бюджетная штучка. Вот. Так, и давайте я вам покажу еще в предыдущие дни, что я заказывала. Ну, а сегодня мы на самом деле ничего не делаем. Сейчас я тут загружу немножко стирку, постираю, и мы пойдем с мальчишками на пляж. Я хочу еще сейчас показать. Получила заказ Озон. Значит, здесь у меня мальчишки мои заказали вот такие игры прикольные. Мафию. И вот такую. Угадай, кто. Тут собирают уже во все. Такая вот. Да. Надо вот так вот получается брать и типа угадывать. Да. Кто вот здесь, ну, в общем, изображен. Будут играть. Еще я заказала две москитные сетки на дверь. Вот такие вот прикольные. Вот сейчас будет муж меня вешать. Не знаю, посмотрим. Правда, я почему-то думала, что они коричневые, а они вот такие вот серенькие. И коврик преддверный такой огромный заказала. Тоже оставлю. Ссылку вот такой коричневый, то мой совсем порвался. Все такие покупки Озон еще у меня. Вот такой вот у меня получается коврик. Даже по размеру угадала. Заказала на самом деле самый дешевенький, который был на акциях. Это у нас уличный коврик, а то с моим ковриком. Смотрите, что случилось. Я не знаю, это может быть Бона у меня, может животные. Ну, в общем, он у меня вот так вот стерся. Вот, теперь будет вот такой вот коврик хороший. Хороший. Вот, классный. Нормально. Чтобы грязь не таскали особо. Вот, но все равно таскают. Все равно грязи много. Еще сейчас, пока ездила, купила еще килограмм черешни по 400 рублей.
Вот такая. Но она прям хорошая, крупная такая, прям должна быть очень вкусная. И вот это шелковица. Продавец мне сказал, что это тутовник. Как правильно это называется? Продавец сказал, что все называют по-разному. Еще какие-то он мне названия называл. В общем, вот такая вот вкусная штучка. Я не помню, сколько она стоила. Что-то 100 грамм, 30 рублей. Ну, что-то в этом духе. У меня здесь 400 грамм получилось. Вот. По-моему, 30 или 35 рублей. Вот. Так что на мой сейчас буду есть. Я вообще люблю всякое вот такое. Непонятно, что кушать. Вот, так что такие небольшие у меня покупки были. Еще, девочки, я вам хочу показать. Я знаю, что меня тоже смотрят, у кого есть животные. Единственное, что я для котов не пробовала. Хочу на Вальдберрис есть вот эти банки. Это для собак. Для котов я покупаю их в магазине 4 лапы. Для котов в магазине 4 лапы нет таких банок. Я хочу тоже заказать... На Вальберрис, на Озон есть для котов вот такие баночки, только там дороже. В 4 лапы от 12 штук баночка будет 119 рублей стоить. Вот так называется четвероногий гурман, платинум линейка я покупаю. И здесь вот от 12 штук, по-моему, одного и того же, да, одного и того же вкуса, скажем так. Вот мне сейчас муж приехал, привез колтыки и языки для собак. Ну, он взял, какие были. Вот. Состав здесь. Так. Хранить при комнатной температуре. Тра-та-та. Производство. Это Россия. Елецкий мясокомбинат. Липецкая область, да. Здесь состав. Одно мясо. Все. Колтыки, языки, вода и желе. Желе здесь очень-очень мало. Жира очень мало. То есть здесь вот реально открывает. Я покупала еще такие банки с куриными сердечками. И внутри реально куриные сердечки. Вот такую банку можно смешивать с чем-то. С кашей, с гречей, рисом или с чем-то еще таким. В общем, они очень крутые. Нравятся моим собакам. Никаких нет реакций на желудочно-кишечный тракт. В общем, я очень советую. Вот мне муж привез 12 штук. 12 штук 119 рублей. А на Вальдберрис или Озон... Там, по-моему, по 150 или по 160 рублей за банку. В общем, от всей души, девочки, советую. Хочу еще для котов купить. Но для котов вот только на Вальдберрис или Озон. И они, получаются там подороже. Вот. Знаю, что меня тоже смотрят собачники. Поэтому от всей души советую. Попробуйте. У меня вообще с ума сходит от этих банок. Что Джуси, что Бона. Вон она лежит. Отдыхает. Вот. Так что рекомендую. Это мы как раз на берегу Финского залива, в одном из таких, ну скажем так, оборудованных пляжей. Ну, как сказать, оборудованных. Ну да, в принципе, красивая набережная здесь сделана. Красивые, ну, детская площадка, там солнечные часы, такие мини-беседки, скамеечки. В общем, в принципе, все для того, чтобы отдохнуть. Это будний день, мы ходим сюда где-то после 3 часов, ну, и то не каждый день, конечно. Вот, это один из дней я снимала. Вот такое вот сюда приезжают с палатками, шашлыки делают, много людей из города. Мы тут, кстати, сидим, играем в Уно игру, очень она прикольная, нравится мне и моим детям. Вот. Ну и плюс они еще там бегают, бесятся. Берем с собой что-нибудь перекусить, попить. Вот лимонад в этот раз купили. В общем, отдыхаем здесь очень здорово, народу не так много. А это как раз вот в этот день, когда я начала снимать влог, и мы уже на таком, ну, скажем так, диком пляже на Финском заливе, потому что хотели пойти на тот, который ходили, но там очень-очень много народу, очень. Вот, сегодня жарко, и, видимо, все решили приехать. Но здесь тоже очень хорошо, практически никого нет, об этом знают местные. Лодки, это чьи-то лодки, меня спрашивали, почему они так далеко от берега, потому что мелко на Финском заливе, очень-очень мелко. Здесь, ну, рыбаки разные, наверное, или просто, может быть, кто-то имеет лодку, кто катается здесь, и, ну, здорово. Сидим, девочки, отдыхаем. Время 5:30. Не знаю, часов 7, наверное, пойдем домой. У нас можно, ну, не то чтобы нельзя купаться. Мои вон дурака валяют в воде. Ну, а что делать? Хочется же.
около воды, когда сидишь. Вот, мы до этого по будним дням ходили туда, на более оборудованный здесь как бы дикий пляж считается. Ну, как дикий, вы же видите, да, там дома сразу. Вот, здесь никого нет, а там, где оборудованный, там сегодня столько народу. Сегодня у нас суббота, и просто там вообще кошмар. Сесть негде, не то, что машину поставить. Вот, я упал. Поэтому мы пришли сюда, и здесь никого нет, хорошо. Красота. Я что-то покраснела, как всегда. Вот, так что вот так вот мы проводим сейчас время. Вот. Ну, наверное, по будням, по выходным мы уже не будем ходить, только по будним дням будем ездить. Ну, мы на машине ездим, мы не пешком ходим. Еще пешком ходить. Мои не согласны. Вот, так что. В общем, на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео, было полезным, интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч.